Hello everyone! My name is Miramgul Ishanova. I'm a student of Kosnaya Pedagogical College and I want to present my video lesson for the second grade on the fifth module named Health and Body. Okay, let's start. Children, I suggest you to guess the theme of our lesson. Pay attention to the screen and tell me. What do you see on the picture? Yes, you're absolutely right. There are many toys on the picture. And this is the theme of our lesson. Тема нашего урока – игрушки. Ребята, вспомните, как выглядит ваша самая любимая игрушка. Я уверена в том, что вы сможете подробно описать мне ее – рассказать о каждой мелкой детали. Но получится ли у вас сделать то же самое на английском языке? Look at the screen, please. Here you can see lesson objectives. After watching the video lesson, you will be able. Firstly, to describe your toy's body. Secondly, to use have, has got construction. Thirdly, to use new vocabulary. Мы определили с вами цели урока. Так давайте приступим к их выполнению. Для того, чтобы описывать свои игрушки грамотно и красиво, вам будет необходимо запомнить всего лишь одно грамматическое правило. Оно совсем маленькое и безобидное – тем более у меня есть совет, который поможет вам все быстро выучить. Представьте, что есть два домика – белый и голубой. В каждом из них есть свои жильцы. В голубом домике под названием «Have got» дружно проживают «I», «You», «We» и «They», а в белом «He», «She», «It» Все они безумно любят свои домики и гордятся ими настолько, что даже присоединили к своим именам часть названия их домика. Так и появились I've got, you've got, we've got, they've got, а также he's got, she's got, it's got. Отлично! Мы разобрались с правилом употребления – но так и не узнали, что же значит have и has got. Самое время исправить это. Переводятся они на русский язык как глаголы иметь, обладать чем-либо. Рассмотрим несколько предложений на примере новых слов. The first word is big. Repeat after me. Big. Большой. She's got a big teddy bear. У неё есть большой игрушечный мишка. The next word is small. Repeat after me. Small. Маленький. He's got a small soldier. У него есть маленький солдатик. Here. Repeat after me. Hair, волосы. She's got red hair. У неё красные волосы. Eyes, repeat after me. Eyes. Глаза. I've got a blue eyes. У меня синие глаза. Ears. Repeat after me. Ears. Уши. You've got two ears. У тебя есть два уха. Nose. Repeat after me. Nose. Нос. He's got a big nose. У него большой нос. Mouth. Repeat after me. Mouth. Рот. It's got a big mouth. У него большой рот. Я думаю, что вы уже достаточно усвоили тему и сможете помочь мне раскрасить картинку клоуна, следуя данным инструкциям. Посмотрите на первое предложение – He's got yellow hair. Translate, please. Excellent. У него желтые волосы. Let's color. The next sentence. He's got green eyes. Translate. Good job. У него зеленые глаза. Let's color. He has got a red mouth. Translate, please. Brilliant. У него красный рот. Давайте раскрасим его рот красным цветом. He has got a pink nose. Translate, please. You are right. У него розовый нос. Давайте раскрасим вместе. He has got blue ears. Translate, please. Excellent. У него голубые уши. Let's color. The last one. He's got small red hat and a big bow tie. Try to translate this sentence. Good job! У него есть маленькая красная шляпка и большой галстук бабочка. Давайте раскрасим их в красный цвет. Вы такие молодцы! Посмотрите, какую прекрасную картину мы с вами создали. Кажется, вы очень устали. Предлагаю немного отдохнуть и послушать песенку. Let's sing. Got two eyes and a lot of hair. I'm a very funny teddy bear. I've got two ears and a lot of hair. I'm a very funny teddy bear. I've got a nose and a lot of hair. A lot of hair. А вам понравилась эта веселая песенка? Вы можете выучить ее и напевать вместе с медвежонком. А наше занятие подходит к концу. Я надеюсь на то, что данный урок был полезным и интересным для вас. Если вы хотите больше подобных видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш YouTube канал. До новых встреч, ребята!